И сегодня у нас в гостях на пресс-конференции Наталья Поклонская. Наталья Владимировна, здравствуйте. Вы в Государственной Думе, теперь зам руководителя комитета по борьбе с терроризмом и коррупцией. Правильно называю. Также возглавляете комитет по доходам, контролю за доходами депутатов. А расходы их вы контролировать будете? Ну, конечно. Первый комитет, где я являюсь заместителем председателя комитета, это комитет по борьбе по безопасности и противодействию коррупции. А вторая комиссия, которую я возглавляю, комиссия по контролю за доходами и расходами депутатов Государственной Думы, а также за соблюдением ими ограничений, которые... Это федеральный закон о противодействии коррупции, закон о статусе депутатов Государственной Думы, статус депутатов Федерального Собрания. Вот. И там четко, ясно все прописано. То есть декларации, которые подают депутаты в срок до 1 апреля ежегодно, в декларациях указывается доход, расход и иные обязательства имущественного характера. Но все-таки там никак нельзя по этой декларации спросить у человека, откуда у вас такая дорогая машина? Можно. Но это как-то неформально можно? Нет, почему неформально? Любой, ну, допустим, депутат приехал, либо депутат, либо чиновник приехал на дорогом автомобиле, да, а в декларации нигде там не отразил. Любой неравнодушный гражданин имеет право обратиться в соответствующие органы с просьбой проверить, ездят на таком дорогом автомобиле. Но на деле это не работает. Пока. Нет, ну не знаю, в Крыму работают. Основные источники доходов у государственных служащих это бюджет Российской Федерации. Иметь очень красивые виллы, там различные еще какие-то блага дорогостоящие народу. Себе там то, что ты не можешь позволить, не надо воровать из бюджета, но у нас в последние месяцы случилось много страшных историй, связанных с арестами очень высокопоставленных, скажем так, ваших коллег по силовым ведомствам. Представители этого комитета, вы готовы реанимировать эту идею? Я понимаю это так, что нет необходимости сейчас создавать нечто другое, что будет бороться с какими-то преступлениями, выделять это в отдельную категорию, если уже предусмотрено и функционирует это та самая правоохранительная система. Следствием. Каким будет приговор суда, увидим дальше. Сколько еще таких Захарченко, да, вообще, я так понимаю, вот, на самом деле? Вот, есть подозрение, что их... Хочу ответить, что касается Республики Крым, где я непосредственно работала прокурором республики. У меня такие, ну, некие полиции, и сотрудники, в том числе прокуратуры, и сотрудники, депутаты те же, главы администраций, главы районов и мэры. Прокурор для того и выполняет свою координирующую функцию, чтобы направить правоохранительные органы, там, следственные комитеты, оперативные подразделения, управление Федеральной службы безопасности, определенное оперативное подразделение МВД. Если это обычный гражданин и хочет как-то повлиять, изменить норму процессуального кодекса Российской Федерации, ставить на контроль, потом изучать, поскольку имею соответствующий опыт, ну, будем смотреть, будем что-то делать. И прежде всего, конечно же, нужно каждому влиять на ту обстановку, в которой он оказался. Потому что если будем просто осуждать и критиковать, при этом ничего не делая, ничего не изменится. Я могу судить только по своей работе. А вам писать лучше всего как? В Госдуму? Или вы используете там интернет, имейл, я не знаю, WhatsApp? Вот, ну, нет, серьезно, на полном серьезе. Это не мой твиттер, у меня есть страничка в живом журнале. Это не мое. То есть, по сути, я сократиться сама захожу... вот, можно будет прямо напрямую вам написать, ну, да? Дело в том, что сейчас существуют и сайты Государственной Думы, ну, да, Российской, да, да, Федерации. Да. И еще, вот я получаю массу жалоб. Сегодня буквально расписала, наверное, жалоб 30 уже на свое имя. Представляете? 30. Это на сегодня. До этого я расписала больше 20, тоже около 30 за 2 недели работы. Там нет горячей воды, там нет отопления, людям не передают теплые вещи, у женщин нету средств гигиены. И в связи, опять же, есть вопрос, потому что у нас помещение поправки в законодательство, которые позволят реже сажать людей в СИЗО, если они не совершили, например, насильственных преступлений. Тем более, что давно об этом говорили. Да. Понимаете, так очень важно. Я вас удивлю, но это уже прописано.
И в законе указано, что мера пресечения в виде заключения под стражу является исключительной, то есть за определенный вид преступлений. Но это люди, преступление против личности. Что называется, томящиеся под шконкой, извините за сленг. Для этого не нужно придумывать велосипед, он уже изобретен. Есть постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, практика Верховного Суда, есть Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс. Вот те инструменты, которые просто нужно соблюдать и съесть с чистоплотностью правоохранительных органов. То есть где-то есть перегибы, и я поддерживаю, отца могут разобраться в обстоятельствах совершенного преступления, те же правоохранители, следователи в суде не всегда достаточно рассматривают всесторонние материалы и применяют эту исключительную санкцию, меру пресечения, как заключение под стражу. Но что касается СИЗО Лефортово, я там, знаете, я не была, не имела такой возможности побывать там. Могу рассказать про СИЗО в Крыму. Там тоже есть нарушения, но эти нарушения в том, что это СИЗО необходимо закрывать. В каких условиях это СИЗО? Это ужас. Мне кажется, Екатерина говорила не о том, что надо закрывать, а наоборот, наверное, нужно открывать дополнительный, раз там перегрузка. Не борьбу. Тут бороться не нужно. Скоро мы только стали депутатом. Вот скажите, что такое происходит в судах? Почему судьи... Как государственное обвинение. Он обязан, представляя государственное обвинение в судах, законно и обоснованно поддерживать это в соответствии с требованиями того же приказа генерального прокурора, а также закона Российской Федерации о прокуратуре и Уголовно-процессуального кодекса отказаться от обвинения, либо просить вынести оправдательный приговор. Так вот, по всем приговорам, какими бы они ни были, определенную долю ответственности за законность и за справедливость этого приговора несет прокурор. Вы на днях говорили, что в душе вы все равно останетесь прокурором. Все-таки планируете ли вы какие-то изменения вносить, может быть, по части Крыма, потому что ваши коллеги из Госсовета не очень активно пользуются своим правом по внесению законопроектов. А вообще на какую-то либо тему вы собираетесь законотворить или все... Связано с преступлением и правонарушением. Наоборот. За что отпустим? Либерализация уголовного законодательства. Да, есть... Необходимо это предложение вначале обсудить и прийти доработать, а потом уже рассказывать. Вы боитесь рассказывать, потому что какие-то лоббисты могут, что называется, убить на корню? То я не знаю, таких лоббистов пока не сталкивалась. Вы еще недолго просто в Государственной Думе. А вот поясните такой момент. Действительно, вот по поводу того, что говорили, прокурор, вот история, громкая история гонок на гелиях. Действительно, требования прокурора, они практически, что называется, прокуроры не были довольны тем. И не только, я думаю, прокурор, да, огромное количество людей. Не как депутат. Я имею право тоже высказывать свою гражданскую позицию, да. Я в корне не согласна с приговором суда. Потому что в данном случае необходимо действительно вот ставить какую-то точку и переходить к строгости. Ну вот посмотрите, у нас где-то, образно говоря, работяга, у него нет нормального источника дохода, у него нет просто денег постоянно выплачивать эти штрафы. И никакие смягчающие обстоятельства не принимаются во внимание. А здесь какие-то золотые мальчики усаживаются на этот Гелендваген родительский и начинают беспредельничать. Это слава богу, что они никого не задавили. Ни ребенка, ни женщины. А могли, они по дворам летели. Там. И еще хвастаются, ведь они герои. Какие они герои? Да позорище таким родителям. Вопрос о независимости всей этой истории, насколько вообще действительно вот она, что называется, прошла по правилам.
анализом закупок, их эффективности, закупками роскоши, расточительства и, в принципе, неэффективными тратами госорганами. С 2017 года мы знаем, что Республика Крым переходит на полное жизнедеятельности. Мы еще не готовы, дайте нам возможность немного прийти, как бы, вот, понять, подготовиться, там, почву определенную создать. Это неправильно. Нужно уже быть готовым. И вопрос тогда будет к соответствующим органам, ведомствам, должностным лицам, руководству. Почему не готовы? Нужно делать все возможное для того, чтобы были готовы. Потому что закон для всех один. И прошло достаточно времени. Мы в очень короткий период закончили свой переходный, вот этот период, так называемый переходный период, период становления республики и города федерального значения Севастополя в правовом поле Российской Федерации. Мы очень быстро это смогли сделать, но ведь смогли. Мы знаем, что на Украине вы в том числе и в розыск объявлены, и там в санкции, а вот прямые угрозы, что называется. Я читал, что даже покушения на вас были. И вообще, что касается Украины, это страна чудес сейчас. Потому что меня вначале объявляют в розыск, потом выносят в списки как гражданку Российской Федерации, которая нежелательна на территории Украины. Потом меня вносят, наоборот, предъявляют обвинения за то, что я якобы совершила государственную измену. Обязательным признаком для данного состава преступления является, чтобы субъект преступления являлся гражданином Украины. То есть, ну, маразм получается. Все эти требования как-то они взаимоисключают друг друга. Они разобраться пока не могут. По поводу угроз, ну, угрозы и... Поступали, то есть, были какие-то сообщения? Ну, пожелания, сообщения. Это как, это там смс-ки приходят вам или в интернете пишут? Нет, ну, разное было, а как бы говорить о том, что непосредственно вот прям прямые угрозы, на которые следует обращать внимание, говорят и говорят, кричат, бесятся. То есть ничего не было такого серьезного? Я серьезно к этому не отношусь, а было всякое. Всякое. Я сразу продолжу политизировать. Есть ли в обществе категории враги народа, а если есть, что с ними делать? С врагами народа? Они вообще есть в обществе? Ну, если кто-то кого-то обзывает врагом народа, ну, это его проблема. Враги народа, я не знаю... Позицию, отличную от позиции государства, они являются врагами государства, и нужно ли с ними что-то делать? Это каждый человек имеет право высказывать свою позицию так, как он думает, но при этом, естественно, не нарушая закон. Если какой-то человек, высказывая свою позицию о том, что ему что-то там не нравится, поэтому, дорогие мои соотечественники, это просто высказывает какой-либо позиции, чтобы, ну, вот несогласие с чем-то. В споре рождается истина. Это может иметь место. То есть теперь какие? Отнесен к экстремистским организациям Российской Меджилис? Федерации. Да. Ну, Меджилис — это совсем интересно. В ночь с 19 на 20 ноября, это как раз осенне-зимний период. Представляете, 20 ноября, холодина. Так вот, они обесточили абсолютно все. Все ведомства, жилые дома. И это такие не грузины, болгары, без разницы. Они против всех совершили преступление. И сказали так, что им наплевать, что будет с людьми. Это преступление. Диверсия. За этот факт возбуждено уголовное дело. Это второе преступление. Первое они совершили... им законы не писаны. Затем они совершили преступление. С ними же пытались какой-то диалог установить. До решения суда все эти диалоги были видны публично. Мною лично предъявлялось неоднократно. Для начала превентивные меры применялись. Я объявляла предостережение руководителю Меджилиса. Это Чубарову, Чайгозу, который сейчас сидит в условиях СИЗО, ну и тому подобное. То есть за то, что данная организация совершала преступление, направленное против всех граждан, данная организация законно и обоснованно была признана экстремистской и запрещена, поскольку этим заниматься нельзя.